Всем привет, меня зовут Виталий Дьяконов, и вы на моем стремительно набирающем популярность блоге The Real Blogger. Ради меня сейчас крякают утки, а это значит то, что мы приехали взять этих уток с собой в подарок, потому что мы сегодня едем на свадьбу к нашим друзьям, и лучшего подарка мы придумать не могли. Я думаю, они будут рады. Сейчас поймаем утку и прокатимся с вами. Думаю, будет очень весело, очень интересно, поэтому оставайтесь с нами. Поехали! Где-то через 3 часа будем на месте. Ребята будут праздновать свою свадьбу в Орландо. На самом деле свадьбу они отпраздновали уже пару дней назад в кругу родных родственников. А вот сегодня они собирают друзей, сняли дом загородный возле Орландо. Это где-то 300 километров от Майами. Поэтому посмотрим, что там будет. Надеюсь, будет прикольно. Погодка сегодня отличная. Должна быть красивая дорога солнечная, с облачками красивыми. Остановочка на обед. Если вы куда-то собираетесь ехать по Флориде, насчет дорог можете быть вообще спокойно, красивенько. Асфальт, покрытие супер вообще, то есть очень комфортно ехать. Один минус — это то, что дороги платные. И мы сейчас проезжаем через вот такие вот станции. У нас стоит наклейка на стекле, она считывает и, соответственно, снимаются деньги за проезд. Это ты себя снимаешь или меня? А я не знаю пока. Брать что-то или нет? Привет! Привет, привет! Привет! Мы раньше всех сегодня. Приехали прогуляться в соседний городок. Здесь прикольный, с парком развлечений. Сейчас посмотрим. Прогулка с подписчиками сегодня. Новыми. С новыми подписчиками. Поэтому, друзья, подписывайтесь обязательно. Как только вы подпишетесь, я вас тоже позову с собой в путешествие. Что вы знаете о неравенстве? Вот такой прикольный аттракцион. То есть туда наверх тебя поднимают, а потом выстреливают. Выживших пока еще не было. И прикольная надпись в небе «Иисус» как раз напротив этой рогатки. Тут, в принципе, неверующие вряд ли вообще туда зайдут. Пойдешь? Пас. Жениха в небо. Не, ребята, это жесть реально. Вот туда на тот столб вначале поднимают, а потом оттуда запускают. Сейчас подумаю, может, соберусь с мыслями. Психану и прокачусь. Блин, я с удовольствием. Но. Врет, как дышит.
Я пошла бы. Да, конечно. А вот тут еще прикольнейшая штука такая есть. Надеюсь, вам слышно крики. У меня самые смелые подписчики. Поэтому, если вы еще не в их числе, то самое время задуматься. Сейчас они совершат это страшное действие. Отдыхающие из Тагила подъехали. Я бы, конечно, попробовал этот аттракцион, но сегодня жарковато, поэтому Оксана говорит, я могу сгореть, пока буду лететь. Не люблю сгорать и облазить, поэтому сегодня пропущу. Шутки шутками, друзья, но парк реально нам очень понравился. Когда вы привезете своих детей сюда, они будут в абсолютном восторге, потому что здесь просто масса всяких всевозможных для них развлечений. Американские горки для любителей экстрима, всевозможные крутиловки, вращаловки, которые будут вас крутить до потери пульса, либо поднимать вверх, либо даже выстреливать вот таким вот образом. Это, конечно, вообще полная жесть. Но то, что больше всего понравилось конкретно нам, это то, что в этом парке каждый может найти развлечение по своим силам, возможностям, способностям и кайфануть от этого. А ведь это самое главное. Главное, чтобы вы были счастливы. Да? Конечно, мы были бы не мы, если бы не поехали снять красивенный закат. Наслаждайтесь. Скажи, что хотел сказать подписчикам.